Добрый день, дорогие друзья, с вами автосалон ProTuning, и меня зовут Игорь. Сегодня мы с вами рассмотрим Porsche Cayenne, автомобиль 2022 года в базовой комплектации, и посмотрим, что он сможет нам предложить. Я хочу напомнить, что мы автосалон, который может привезти абсолютно любой автомобиль в самые короткие сроки из любой точки нашей планеты. Поэтому давайте скорее перейдем к машине и посмотрим, что это такое. Автомобиль абсолютно новый, 2022 года, в прекрасном черном цвете. Просто посмотрите, как он сияет, блестит и отражает абсолютно все, что происходит вокруг него. На автомобиле стоит современная светодиодная оптика с очень хорошим освещением в любых условиях. Также на передней части мы видим на самом бампере систему парктроников для более удобной парковки в труднодоступных местах, потому что машина у нас не совсем маленькая. И что сразу заметно в этом бампере, то что очень большие щели у нас имеются, именно через которые проходит воздух до радиаторов, и туда очень много может забиваться мусора, либо пескоструй, и все это будет повреждать радиаторы. Это очень важно на таких машинах, потому что в будущем это может плохо сказаться на поведении двигателей за завышенную температуру. Поэтому сразу рекомендуем защитить эти места защитной сеткой, что можно сделать в наших тюнинг-центрах ProTuning, поэтому скорее обращайтесь. И тут же еще хочется отметить, что сам силуэт автомобиля спереди, бампер, имеет очень высокий подъем снизу, поэтому вы точно не заденете никакой бордюр, либо если будете забираться в очень крутые такие подъемы, то в самом начале вы ничего не зацепите этим бампером. Тоже очень продумано для наших условий в нашей стране. На автомобиле установлены 19-е оригинальные колесные диски Porsche в таком очень красивом серебристом цвете, который хорошо контрастирует с этим цветом кузова, за которыми установлена очень производительная тормозная система с логотипом Porsche, окрашенная в черный цвет. Очень хорошо тоже все это выглядит. Переходим далее. На автомобиле у нас имеется полностью вкруг термальное остекление, что очень спасает в наших жарких регионах в летний период времени, потому что температура очень высокая и солнце у нас постоянно жарит, поэтому это очень большим таким бонусом будет при покупке данного автомобиля. Переходим к задней части, видим очень красивый фонарь, который тянется у нас от правого крыла до самого левого по всей ширине автомобиля. И шильдик Porsche, логотип, у нас расположен под стеклом этого же фонаря, что очень необычно и стильно сделано. Тут же ниже мы видим две хромированные насадки выхлопа, очень, опять же, контрастирующие хорошо с черным цветом, сочетающиеся с цветом дисков. То есть машина очень сбалансирована в плане своей стилистики. И очень хорошо здесь спрятана камера заднего вида, которая позволяет также в труднодоступных местах парковаться с максимальным удобством. Очень большой багажник, в который поместится абсолютно все, что вам необходимо, даже в самую далекую дорогу. На полу у нас расположены 4 крючка, чтобы можно было закрепить груз, который вы перевозите с собой. Слева у нас имеется дополнительная ниша с сеткой, то есть все, что вы сюда сложите, не вывалится, не выпадет из этой вот как раз таки полочки или ниши. Сверху у нас имеется дополнительная шторка, которая закрывает весь груз, который перевозите с собой в багажнике, чтобы он не шумел и никак вам абсолютно не мешал в дороге. Открываем подпол. Тут у нас имеется стандартная докатка, набор инструментов для замены этого как раз-таки колеса. И в этой же нише у нас расположен сабвуфер музыкальной системы Bose. Перемещаемся в салон и видим, что у нас здесь имеется частичная отделка из кожи. Это полностью все сиденья, подлокотник, ручки, за которые мы держимся на центральной консоли, руль и нижние части дверных карт. Сами сиденья на самом деле выполнены в очень таком спортивном, классном стиле. Это так называемые полуковши, которые имеют в себе большое количество настроек и также подогрев самих сидений. Память под 3 человек, как на пассажирском правом сидении, так и на сидении водителя. Смотрим на руль, который полностью, как я говорил, отделан из кожи. Слева у нас стандартное управление мультимедиа-системой и справа, а за рулем имеются лепестки для переключения передач в режиме спорт самой коробки передач. Приборная панель в стиле Porsche, потому что у нас по центру находится самый большой циферблат, это тахометр, и уже слева у нас идет спидометр. И также слева и справа от тахометра, который у нас механический, слева-справа расположены электронные два
два таких экрана, в которых выводится дополнительная информация. Почему это сделано так? Это все из-за гоночного прошлого Porsche, потому что для водителя, который участвует в гонке, самое главное — видеть обороты двигателя его автомобиля. По центру салона у нас расположена большая система мультимедиа, в которой есть все необходимое. Это CarPlay, Android Auto, навигация также имеется. Можно подключить сюда свой телефон, разговаривать с самого автомобиля. Настройки машины, то есть режимы езды, системы помощи при поездках и так далее. Чуть ниже передвигаемся на самой центральной консоли, которая сделана в таком черном глянцевом цвете. Очень хорошо, контрастно все это смотрится. Имеются дополнительные кнопки управления системой мультимедиа. Слева и справа у нас управление климат-контролем, который здесь двухзонный. И чуть ниже уже различные удобства. Это подогревы переднего стекла, заднего стекла, сидений и так далее. Тут же у нас имеется небольшая ниша, куда можно сложить ключ от автомобиля вашего, либо телефон, если он небольших размеров. Чуть ниже имеется два подстаканника, тоже достаточно больших, заглушка прикуривателя для зарядки устройств. И уже очень такой интересный подлокотник. Интересный почему? Потому что он может сдвигаться вперед, то есть чтобы было более комфортно ездить, но при этом, к сожалению, закрываются те самые два подстаканника. В самом подлокотнике у нас имеется еще два USB разъема и большое количество места для хранения ваших вещей. На заднем ряду я сижу максимально комфортно, все благодаря тому, что задний ряд сидений можно двигать вперед и назад, точно так же, как и передние сидения на салазках. Тут же у нас имеется широкий подлокотник с двумя подстаканниками под обоих пассажиров, которые будут тут ехать. На центральной консоли расположены две полочки для хранения мелких аксессуаров и еще два разъема USB Type-C для зарядки ваших устройств. А музыкальная система в автомобиле, как я уже и говорил, это очень хороший и качественный производитель Bose. Под капот данного автомобиля установлен бензиновый двигатель V6 объемом 3 литра и мощностью 340 лошадиных сил. И данную машину он разгоняет от 0 до 100 км в час всего за 5 секунд. Казалось бы, это не сильно быстро в наше время, но для таких габаритов автомобиля, для такого веса, это очень хорошая на самом деле цифра. Ну и сегодня мы поняли, что Porsche Cayenne в данной комплектации — это такой так называемый входной билет в мир Porsche, который даст вам понять, что полноразмерный джип — это не обязательно какая-то машина, которая валкой никуда не едет, не управляется, а это действительно машина с повадками спорткара, 5 секунд до 100, отличная управляемость. Она сочетает в себе вещи абсолютно из, казалось бы, разных миров. И если вам необходим такой автомобиль, вы можете посмотреть его по адресу: город Краснодар, улица Российская, 263, в нашем автосалоне ProTuning. И напоминаю, что наши автосалоны есть не только в городе Краснодар, но также в Москве и в Ставрополе, поэтому обязательно заезжайте, если вы живете в этих городах. И не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео.